Я проехал по Новосибирской области от села Устарка на западной границе до города Куйбышева в центре. Часть четвертая. Венгеровская страна курганов. Райцентр Венгерова – древнее село, неоднократно менявшее свое название. Родившееся в середине 18 века как ямщицкий станец на тракте, оно около 100 лет имело неблагозвучное название Голопупово. В середине 19 века в селе появился Спасский монастырь, и село переименовали в Спасское. В 20 веке село опять переименовали в честь героя гражданской войны Венгерова. Из космоса видно, что под Венгерово находится огромный заливной луг. Вот как описывал эти места писатель Радищев во время своей сибирской ссылки. «Едешь мимо превеликого луга 50 верст, на коем разливается он. Видно, что сие есть дно озера. Сухой год, когда сено выгорели, из дальних мест съехались несколько сот людей косить сено». В этих богатых кормовыми угодьями местах 1500 лет назад существовала тысячелетняя скотоводческая культура. Сегодня после них осталось около 250 курганов. Я стою на вершине одного из курганов, причем могила разграблена еще в древности. Тем не менее, и сегодня археологи находят здесь много ценного. Вот она, долина курганов, причем некоторые распаханы. Но большинство сохранились в веках. Их не могут уничтожить ни время, ни современная техника. Прощай, страна курганов, и родившее ее удивительное озеро. Впереди меня ждет еще одно старинное село – Антошкино.